Теперь о расследовании терактов в Париже. Полиция нашла серьезные улики у подозреваемых, арестованных накануне при масштабном рейде в брюссельском квартале Моленбек. Это те двое, которые привезли через несколько часов после взрывов в Бельгию одного из главных фигурантов нападения – Салаха Абдеслама, разыскиваемого сейчас полицией по всей Европе. У них в квартире обнаружено взрывчатое вещество – нитрат аммония, а также патроны разного калибра, в том числе для автомата Калашникова. Как стало известно агентству «Франс Пресс», сирийский паспорт, найденный на месте взрыва у стадиона «Стан де Франс», поддельный. В Сербии обнаружен человек с точно таким же, за исключением фотографии, документом, а настоящий паспорт принадлежит сирийскому военному, погибшему несколько месяцев назад. И еще одна утечка появилась сегодня у американского телеканала Fox News. Якобы за 72 часа до парижской трагедии разведка США перехватила переписку в сети между боевиками запрещенного в России исламского государства с изображением оружия и Эйфелевой башни. Сейчас в американских спецслужбах проводится внутренняя проверка. Выясняется, почему на эту информацию не отреагировали должным образом.